Европейские астрономы обнаружили самую близкую к Земле экзопланету, на которой может существовать жизнь. По размерам Проксима Б примерно такая же. Расстояние от нее до Солнечной системы составляет чуть больше 4 световых лет. Небесное тело находится в созвездии Альфа Центавра. Правда, год на Проксиме Б длится всего 11 дней. Жарко или холодно на ее поверхности ученые пока не знают, но уже сейчас исследователи считают, что уровень ультрафиолетового и радиационного излучения, которому подвергается планета, в 100 раз сильнее, чем на Земле. К слову, за последние 20 лет ученые обнаружили более 3000 экзопланет за пределами Солнечной системы. Однако большинство из них находятся настолько далеко, что более подробно исследовать их сейчас просто невозможно.